общем, ребят, со вчерашним остальным кремом я сделала вот такой вот торт из печенья кофейного. Ой, кофейного, господи. Из печенья шоколадного. Вот. Он, короче, пропитался здорово. Смотрите. В общем, ребят, не обращайте внимания сейчас на мою щеку. Я даже не знаю, буду ли это выкладывать или нет, потому что, в принципе, я... Ну, не знаю даже, как вам сказать. Я привыкла, если вдруг что-то такое личное, я не говорю. Но могу что вам сказать, то, что у меня уже с сентября прорезается зуб мудрости. И это очень тяжелое, ребят, состояние, потому что даже сейчас я терплю, я не могу ни есть, я не могу ни умываться толком, ни чистить зубы, потому что мне реально очень сильно больно. Я даже опухла, ну не опухла, а оттекла щека. То есть это происходит именно, ребят, тогда, когда у меня прорезается зуб. Когда зуб уже прорезался, уже окончательно, у меня такого не происходит. Поэтому завтра я иду к стоматологу, естественно, платно, потому что, сами понимаете, я уже, я не знаю, я не хочу бесплатно, я пошла, я уж пойду платно. Вот, удалять зуб этот очень сильно опасно, поэтому его удаляют вообще в редких-редких случаях. Вот, и я просто пойду на консультацию, чтобы мне что-то выписали, какие-то обезболивающие, чтобы просто сделали рентген, посмотреть, как он растет вообще. Потому что у меня появилась снова шапочка, и он у меня дальше начинает, ребят, расти дальше. Вот, то есть как бы у меня боль проходит, когда зуб... Ну, начинает уже все, он уже прорезался, у меня проходит боль, но когда она начинает... Это... Ужас. Я пью сок, но, по идее, мне больно. Я полоскала содой. Я фурацилином полоскала, потому что я фурацилин дома часто, так как я полоскаю горло, но... Короче... Когда я была, ребят, поменьше, и я такая, ой, 18 лет, это такой возраст, все. И вот и вам 18 лет, как там говорят, с 18 до какого-то там возраста, зубы мудрости, вот зуб мудрости, я вот так вот насытилась этим 18-летием уже, вот, дальше не знаю, что будет. Мне больно тупо открывать рот, говорить, потому что пиз полнейший, понимаете, полнейший пиз сейчас, реально. Поэтому, я тяжело, ребят, говорить, потому что щека у меня... перевешивает, хотя не видно, что у меня прямо такая уж сильная отек, но видно. Вот, я себя много раз фоткала, проверяла этот отек, как он у меня, вот, он у меня только лишь, когда прорезается зуб. По идее, в интернете говорят, что это плохо, но по факту я сейчас читала много людей, комментарий, и там люди говорят, что они обращались к врачу, и врачи говорят, что у вас просто растет зуб, и поэтому нужно эту боль перетерпеть, там всякими анальгетиками, там всяким обезболивающим пользоваться. Все, короче. Декабрь. Угу, ага. Короче, я завтра иду в час с чем-то. Типа... Я буду последней, вот, чтобы не быть с людьми контактировать, я пойду последней. И все. Так нам сказали, ой, мы сразу удаляем зуб. У них зуб мудрости, чтобы удалять, знаете, сколько стоит? 2000. А его удалять очень сильно сложно. Я сейчас начиталась, и мне кажется, зазря я начиталась, потому что в интернете читать это плохо. Сказывается на психике в первую очередь. Вот, и говорят, что можно сделать надрез, чтобы зуб мудрости быстро пророс сам. И без болевых ощущений, потому что он будет долго расти. Он может и месяц расти. Ну, как у меня, ребят, он у меня рос, допустим, несколько... Ну, дней, у меня несколько дней, может, неделю у меня прорезался. Я чувствовала адские боли, но при этом я выходила в трансляции, я выходила в YouTube, я это все по мне... Не было видно, что на самом деле мне плохо, но по факту было очень, ребят, больно. И сейчас уже я терплю эту боль. Вот, ну, в общем, не суть, это вообще не главное. Вот, просто сам факт, что я, конечно, не доверяю стоматологам слегка сейчас. Я не знаю, тем более стоматологи. Я иду в стоматологию платную, а не государственную. Им были бы денежки бы с меня бы содрать. Но я не хочу в другую. Я хочу, чтобы было все чистенько и аккуратно. Вот, поэтому я буду сама настаивать, чтобы мне сделали либо надрез, если он нужен, чтобы мне сделали рентген, чтобы мне никакого больше другого не назначали. Вот, ну, короче, чтобы... пройти просто обычное, я сам скажу, чтобы просто сделать консультацию 150 рублей,
чтобы просто проконсультироваться, 500 рублей. И дальше еще что-то там сколько. Ну, вообще, может, я 1000 на это потрачу. Может, я не знаю. Я сейчас прочитала одного мужика. Он, короче, сказал, что... Ну, сказал те же самые симптомы, которые у меня на этой стороне. И он, короче, сказал то, что... Ему врач ничего не сказал. Она сказала, что у вас просто прорезается зуб, растет. У меня он, ребят, уже вырос. Дальше у меня вот эта белая шапочка, которая зуб продолжает дальше расти, прорезаться. Просто энергетики ждите, когда прорастет полностью. Все. Чтоб такая жопа, ребят. Вы меня простите, конечно. В общем, всем снова привет, влог продолжается. В общем, теперь будем, ребят, утепляться, как обычно, перед Новым годом, потому что у нас сейчас достаточно хорошо здесь так дует. Да, посмотрите, теперь какая здесь красота. Пуша вчера, короче, у нас взял и сломал мне идеальную снежинку. Он ее сдернул, всю ее расхеракал, от нее ничего не осталось практически, но... Возможно, ее склеить. В общем, посмотрим, потому что мне очень, ребят, снежинка это понравилась. Мне даже вчера пропало настроение, когда он эту снежинку чуть ли, я не знаю, даже как это сказать, я просто сейчас рисуется картинка, как он это делал. Мне прямо до сих пор прямо... Вот, и поэтому, короче, такие дела. Но здесь, кстати, неплохо они висят, потому что они постоянно падают, а здесь они как зацеплены вот за это, и вроде неплохо. У нас здесь бананчики. Еще с мясокомбината у нас сейчас пришло. Вот, решила вчера, ребят, я содой помыть. Вроде как идеально соду отмыла. Посмотрите, следы какие от соды. Вообще не буду содой мыть, потому что у меня не такое сильное загрязнение, чтобы содой мыть. Вот, а это, блин, я постоянно ее протираю. Знаете, она такая прям блестит, чистенькая. Да-да-да-дам-да-дам. Херушки, ребят. Это очень сложно оттирать, потому что здесь, так как это все антипригарное покрытие, нельзя, ребят, ну, какими-то либо штучками лезть туда, царапать, то есть уже все мягкая тряпочка, это все очень сильно долго, вот, хотя я никуда не тороплюсь, но просто вот в связи с проблемами я именно вот быстро что-то прибираю, то есть у меня сейчас не скажу, что прямо идеальная чистота, так, типа, что-то средненько. В общем, молоко. Вчера мама одну чипсину съела. Я не ела. Но, ребят, это, конечно, капец. Я, конечно, всегда знаю, что я покупаю и что состав будет вообще не идеальный, но здесь вообще капец, ребят. Состав просто сплошные ешки, и это ужас. Но, короче, ладно. Я себе редко употребляю, разрешаю. То есть, как бы, ну, знаете, раз в год, наверное, я их употребляю. Вообще, я их последний раз ела очень давно, но плюс еще, что я ела их в прошлом году. И вот сейчас как бы хочется еще молочко у нас. Вот, потом яйца у нас. А тут у нас... А, я не знаю, куда она положила курицу и все остальное, но, короче... А, наверное, они уже сюда покрошили. И курицу, и все. А, вот она. Курица, короче, идеально. Блин, я вообще, знаете... Эти что, вот эти вот, эта тюль, она была такая, знаете, как вам сказать, ну, желтого цвета была, реально желтого. И я думала, что она из-за старости такая, то есть это ее уже цвет такой, вот. И потом, когда я постирала ее, она прям превратилась, на самом деле, практически в белый. Я вообще в шоке, на самом деле, потому что я не помню, чтобы она именно превращалась в такой... ближе к белому. Я даже ее стирала, и она все равно была у меня такая желтоватая, я не знаю. Вот, короче, у нас идет снег, и у нас, короче, ребят, будет писец, какая ужасная погода в кавычках. Даже не в кавычках, реально будет такая погода, потому что у нас будет, ребят, плюс 4, плюс 3, потом резко минус 10. В общем, у нас будет скакать температура. Будет скакать у нас погода, поэтому это, ребят, на самом деле не есть хорошо. Вот, потому что это жопа. Это реальная жопа. Вот. И мы еще, короче, заказали для Нового года нарезку. Она идет у них до апреля. Вот, по срокам годности мы спросили, поэтому уже заранее купили. Поэтому уже можно. Мы уже будем потихоньку уже, ребят, докупать.
И все. Короче, как-то так. Да, кстати, я не знаю, видели вы или не видели, но я, короче, ее отмыла. Представляете, реально, я короче, ну, что-то я здесь сделала, делала, я решила отмыть. Но вот это, ребят, очень сложно отмыть. То есть я здесь не все вымыла. У меня же как раз еще, ребят, появилась это. Как я вам сказать? У меня же еще появилась сода. И вот там вот эти внутренние грязные вот эти вот, видите, за все время. Ребят, я мыла, там, блин, рыбой пахло. То есть мама говорит, блин, типа ты стерла все запахи за все эти года. Типа там вкусные запахи сохранились. Но это реально, там и рыба, и все, что мама делала за все эти новые года. Вот, ну, в общем, она почти беленькая. Вот все, что могла, я отмыла. Но, короче, вот это я уже, наверное, смогу только отмыть лишь как раз содой. И то я... Тоже они будут идеально белые, если я их, короче, ну, в соде прокипячу, пропарю, и они будут прям вообще белые, идеальные. Вот, но я пока не трогаю, потому что, капец, у меня и ковры сейчас грязнеют, все грязнеет. Я, блин, пробую хоть как-то, хоть потихоньку что-то либо делать, потому что я, честно, ну, сейчас не очень, как бы, я не успеваю чуть-чуть. Вот, ну, в общем, как-то так. Теперь посмотрите, как снежинки, да, смотрятся классно. Ну, короче, на то место, ребят, я просто прикрепила другую снежинку на то место, потому что, ну, я не знаю, можно ли присобачить так, я просто хотела эти снежинки сохранить, ну, типа, как, знаете, вот, чтобы какое-то напоминание было там, как я их делала, и все, я хотела их сохранить, чисто убрать там куда-то, не знаю, файл или что-то, чтобы, типа, ну, какое-то воспоминание, типа, было, хотя, не знаю, какие сейчас могут быть воспоминания, но все же, вот, и, как бы, мне реально интересно. Очень интересно. У нас, ребят, чокупай так еще долго никогда не лежал. И мне еще, ребят, так хочется украсить кухню. Прямо, знаете, мне кажется, здесь что-то не хватает. Вот. Здесь как бы классненько, тут классненько, но мне что-то кажется, что не хватает. Вот. И еще очень сильно классно, наверное, все-таки 1 декабря украшать квартиру на самом деле. Но вот я заранее украсила, потому что должно было быть, потому что сейчас бы я вообще не смогла украсить, реально вам скажу. Вот, в связи с обстоятельствами я бы не смогла сейчас украсить. Вот, в общем, прямо хочется реально. И, короче, вчера в Delivery Club, сейчас вам скажу, магните, короче, по скидке 10 метров. Я не знаю, что это, опасно это, не опасно, но, короче, 10 метров идет гирлянда. Она, знаете, сколько стоит? 235 рублей, 10 метров. Я не верю в это, потому что мне такая же гирлянда попадалась в Яндекс.Маркет за такую же цену, и там люди, у некоторых все окей, ну, типа, нормально, да, типа, повезло достаточно, они так это за халяву, так скажем, столько это же вообще. А другие говорят, что это китайская ерунда, под которой горит розетка, которая просто ужасна во всем. Ужасно во всем. То есть, поэтому, ребят, я очень сильно хотела украсить свой стол. Я всегда его украшаю, но в связи с тем, то, что мы поменяли чуточку распорядок гирлянд, кто, какая гирлянда будет в какой комнате, вот из-за этого как раз, ребят, такие проблемы, потому что я всегда украшаю свой стол. Я не помню, чтобы я в прошлом году украшала свой стол, но я хочу украсить. Реально очень хочу украсить. Вот, я не знаю, как бы. Ой. Это уже это привычка. Вот, ну короче, что я могу сказать еще? Я не знаю, ребят. Как-то так сейчас идет. Завтра, короче, я иду к стоматологу. И все. Еще мне скажут, то и скажут. Делаю, ребят, я омлетик, но омлет именно идет с добавлением, ну, как есть 6 яиц, молоко 300 мл, соль. И еще я накрошила, короче, колбаски. И получается такая прикольная вкусняшка. О, у нас машины пикают. В общем, яйца С1. Вот, ребят, яйца С1. Запомните их, пожалуйста. Вот такие они должны быть, чтобы вас не обманывали. Вот, и... У нас осталась вот такая колбасочка. Я думала ее завтра в пиццу прохреначить. Хотела сделать пиццу, но, ребят, поняла, что очень сильно мало ее осталось. И поэтому я ничего не смогу сделать. У нас здесь хлеб, картошка... Вот мне нельзя, ребят, давать чипсы. Я обещала, что я чуть-чуть их буду кушать. Посмотрите, сколько я сегодня слопала. Вот, но я уже их не хочу, уже их наелась. Нельзя переедать. Вот, и мне не нравится состав. Поэтому я еще хотела подъесть, но, видимо, подъела, как обычно, молочко. Ой, да, Новый год все ближе и ближе. Боже мой.
Как хлеб? А, да, мы тут уже выкинули. Ну, в общем, что мы тут еще купили? Куда-то мама это засунула. А вот. На Новый год, ребят. Тихо. На Новый год. Сервелат. Пепперони. Типа она для пиццы, ребят. В общем, она стоит такая колбасочка. Дороговастая. Но мы на Новый год. У нас здесь нижняя полка для Нового года. Да, ребят, я же снимаю сейчас на всю грязь, потому что я пока не могу прибраться. Вот завтра я съезжу к дантисту, и после уже дантиста я уже пойму, что и как, дальше как двигаться, поэтому жду завтра. Ой. Вот как бы понять. Сейчас. Не, по виду она готова. Да, видите, она как это, жижа. Жужа. Не, она нормальная. Она тут запеклась. Она вроде как готова. Давайте я ее еще поставлю. Ну, хотя она уже готова, потому что любые такие омлеты, не омлеты, они когда превращаются в такую жижу, они уже готовы. Короче, ставим еще. Совсем на чуть-чуть, еще на 5 минут. Даже... Ой. А я уже включила. Я не знаю, сколько, может, на минут 3 поставила. Может, меньше получилось. Короче. Этого, ребят, завтра не будет. Я надеюсь. Я успею прибраться. Все будет окей. А погодка за окном. Все ярче, красивее и нежней. Нереально. Я отсюда вижу, там, короче, на пятом где-то там. Видите? Блин. Я вам приближу, но вы, наверное, не увидите. Видите? Вы не увидите, но вы повидите. Вот видите, там что-то горит на том. Это, короче, у нас... Что это у нас? А я забыла, что это у нас. Ой, ну, короче, у людей праздник. У людей праздник. Все, короче, вот вы увидели. Как это называется, господи? Ну, не многоэтажки, не дома, по-другому я забыла, короче. В общем, вот, посмотрите, сколько снега. Я очень сильно, ребят, хотела выйти, когда этот снег весь падал. Я хотела взять в новогодние, предновогодние или какие-то зимние фотографии. Но я надеюсь, хотя бы завтра сделаю. Да, потому что завтра, ребят, будет повод выйти на улицу. Потому что я вам, ребят, говорила, что я очень редко выхожу на улицу. Не, мужик посмотрел. Я говорила вам, что я очень редко сейчас выхожу на улицу, но поэтому так. Сейчас, ребят, будет темнота, а после темноты будет красота. Давайте. Раз, два, три. Гирлянда гори. Блин. Она заранее загорелась. Ну ладно. Сейчас, подождите. Ах, где это у нас тут? Волшебная кнопочка Деда Мороза. О, красота. Мне почему-то только, ребят, это нравится больше всех. Раньше я любила, чтобы была туса, тусик, мутусик. А сейчас я люблю больше, чтобы было такое спокойное, знаете, освещение. Красота. Это релакс, ребят, реально. Это просто релакс. Вот, ребят, моя снежиночка теперь на этом месте, потому что Пуша у меня ее порвал. Ой, даже не хочу показывать, что с ней произошло. А, просто посмотрите эти огоньки. И вообще, ребят, я в шоке была. Я когда посмотрела свое видео про то, как я это все украшала, я увидела, что у меня уже второй раз получается звездочка в конце. Кто-нибудь заметил звездочку? Или где она? В общем, где-то здесь должна получиться, вот там, получится звездочка. Это кайф, я реально, я не думала, что у меня получится звездочка. И один раз, короче, здесь, ребят, легла, вот так вот, и отдыхала, и смотрела наверху, как горит звездочка. Ну, мне нравится, как там сделано, но просто, понимаете, здесь тяжело опутать, потому что, ну, не на всех ящиках есть по, как сказать, а что нет, это есть? Что я сейчас мелю-то? Нет, просто мало ящиков.
зрачков, мало зацепочек, так скажем, потому что вот если бы еще хотя бы вот здесь была зацепка и здесь была зацепка, то, конечно, бы она бы у меня бы два раза бы не опуталась, но классно, классно. Новогоднее настроеннице шлю я вам ленту, ленту, лента. О, каёчка. Я вообще, я до сих пор, ребят, кайфую от того, как я украсила. Посмотрите, это просто красиво, ребят, заметьте, красиво. Ой, это отлепилось у нас, но зато красиво. Снеговичок. Вот такая вот бомбалейла. Вот такая бомбалейла. Сейчас вам вот так покажу. Супер. Супер, 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 супер. Да, и такая-то СССРская лампочка на этой, на сопле. Ну, короче, неплохо, неплохо, ребят, неплохо. Ой, как бы мне бы кухоньку бы украсить, я даже не знаю. А чё, она ещё цокает? А чё ты? Чё ты? Всё, тебе можно... Ты уже цокнула? Пряем блюдо от шеф-повара. Это не так говорю, это просто моя мама так мне говорит. Короче, сейчас... Возьмем перчателлу и достанем наше произведение искусства. Я на самом деле боялась, думала, что у меня не получится. Ну, типа, может быть, тут может быть перебор колбасы, поэтому. Она готова, она видите, как буль-буль. Все нормально. Так. Мне надо, по идее, чтобы она остыла, чтобы не было, как в прошлый раз, потому что она должна держать форму. Вот почему я делаю 40 минут, знаю о том, что может сделать на сковороде, там, да. Но на сковороде, ребят, вы ее просто чисто... Это что, это так пахнет? Охренеть, вот это да, я не думала, что она будет так пахнуть вкусно, как будто пицца. Капец, если еще был бы сыр свеча, это был бы бомба, честно говоря. Ну, в общем, понимаете, если делать это сюда на сковороде, то вы просто как кашу это все перемете и все. А здесь можно порционно давать и любоваться этим. Она горячая, но, видимо, мне насрать. Она горячая, реально. Блин, она вкусно пахнет. Видите, прямо как это, как клейкая какая-то. Ну, в общем, это просто аромат. Слушайте. О, все, короче, я не знаю, как я выдержу. Я обещала, хотя я уже думала, что я наелась. У меня вообще, ребят, я... Знаете, бывают такие дни, когда ты не хочешь ни колбасы, ни сладкого. И, короче, я, наверное, колбасу не ела несколько месяцев. Вместе с сосисками. Мне просто... Я ем сосиски, а мне от них как-то бе. Я поняла, что я не люблю ни сосиски, ни колбасу. Но сегодня у меня прям вообще... Я прямо и колбасу сегодня съела несколько бутербродов. И сейчас, видите, что я сделала. Потому что, короче... Я, походу, вообще не смогла воздержаться все-таки. В общем, сейчас мы просто возьмем, ребят, лопаточку. Вау, какая она нежная, слушай. От души сделанная, честно, от души. Вечером ничего не может без души делать, только от души. Хоп. Так-то, наверное, если бы я дала ей остыть, она бы сама бы, ребят, отлепилась, но... Я люблю, чтобы это... О, какая она, слушайте, хорошая. Это яйца, ребят, хорошие, честно. Потому что это яйцо же много чего значит. Вот, и она реально очень прям хорошая. Потому что это реально яйца С1. Если бы я делала бы бисквит из них, то получился бы бисквит. Получился бы бисквит, и все получилось бы. Там прям водичка это... Господи, сливочная. Ну, прямо, слушайте, это шедевр, я бы сказала. А вот оно, ребят, утро. Снежочек. Вот.
утра. И, короче, к 4 часам я про стоматологию. Я на самом деле уже не боюсь стоматологов, но просто чисто, я не знаю, чем мне скажут. Короче, видите, я только что реально встала. Не знаю, как-то. Ну, а что могу сказать, ребят, про мудрый зуб? Скажите мне, пожалуйста. Есть врачи, которые вообще необдуманно удаляют мудрый зуб, и у людей проблемы потом, потому что... Что, здесь обкусала, что ли, что? Потому что изначально... Да, ребята, здесь, короче, это ранка. Изначально, как бы врач больше всего советуется именно со мной, к примеру, нужно удалять, хочешь ты удалять, вот как бы. А тут мне сказали, что мы просто берем и удаляем, просто так берем и удаляем. И мы перезаписались, короче, в другую поликлинику, где вообще нету народу, вот, потому что в ту платную, где цены бешеные, там очень много народу. Вот. Ну, короче, как-то так. И посмотрим, что у нас здесь. Та-ра-та-там-там. Красота. У меня, короче, ребята, из-за того, что с кухни сюда идет пар, не в нашу комнату. В нашу комнату очень поздно приходит пар. Приходит сюда, ребят, пар. То, короче, он подтекает. Но я вот здесь как раз повытерла чуть-чуть. Видите, он здесь подтекает чуть-чуть. Но я сейчас еще его красочками прохерачу, потому что здесь красок очень много вышло. Мне еще нужно сохранить еще на 2 окна. В общем, вот такая. Даже на 3 окна. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Такая красота. Птички. Мы, короче, птичек кормим, потому что они к нам сюда подлезают, знают о том, что мы их кормим. И, короче, мы им вот сюда вываливаем, и они кушают. Вот. Ту-ту-ту-ту. Ту-ту. Как обычно, к птичкам. Это все ради Пуши. У него здесь представление. У него здесь телевизор. Я готова практически. Я сделала вот такой, ребят, колосок. Ну, не знаю, как. Я уже давно его не делала. Ой. Вообще. Смотрите, что я одела. Одела. Смотрите, во. Я не знаю, помните вы ее или нет, я ее на день рождения одевала. Такие бабочки. Сейчас вам покажу, что здесь находится. Смотрите. Фокус. В общем, это вы все видели. Я хотела просто вам показать всякие тут поприкушечки с Шеллона. Первая. Вот такая вот. С моей буквой К. Вот, она мне, короче, не нравится, потому что она так одевается. Короче, не нравится. Вот так просто пусть будет. Это я люблю. Это мне вообще нравится. Она, как, знаете, выглядит как настоящий жемчуг, хотя я не разбираюсь в этом, но на самом деле это не настоящий жемчуг. Но он очень тяжелый на горло. Очень тяжелый, но он, ребят, классный. Далее, это вообще старые браслеты, а очень старые, очень-очень. Это вообще 2014 браслет, представляете, это Санапы. Когда мы первый раз сюда поехали, вот такой браслетик. Он тогда мне вообще так сильно нравился, но потом уже здесь стали, видите, вот хуёвничать, так скажем, вот эти вот штучки, поэтому я не стала. Это китайский браслетик, вообще он мне на самом деле очень сильно нравится, но... На руке он чуть-чуть как-то не очень. Вот эта резиночка, он, ну, жмет. Так-то он сильно так прикольно выполнен. Далее, вот. Это мне привозили. Такая побрякушечка красивая. До сих пор у меня сохранилась. 2015-го, может, она, я точно не помню. Это мне делали. Так скажем, по-домашнему. Вот, учились, и мне как раз подарили. Вот, очень красиво выполнено. Такие вот. Плетение. Вот. Такая. Очень тоже красивая, но я ее редко очень одеваю. Ну, красиво выполнено.
Далее, тут то самое кольцо, ребят, Шеуна. Посмотрите, в чего оно превратилось, потому что золото не настоящее, всего лишь напыление. Посмотрите, все золото стерлось. То есть вообще ерунда, но выглядит очень, кстати, как классно. Так, далее еще у меня вот такая вот тоже, видите? Плохое напыление золота, все уже стерлось. Да, ребят, я вот так танцую, что у меня даже все, видите, портится. И вот. Ну, это моя. Мне дарили на 16-летие такую цепочку. И тут еще у меня, ну, тоже браслетик с буковкой К, но вот буковка К, там, короче, К и сердечко. Где у нас К и сердечко? У нас уже, короче, пределы. В общем, всего у меня столько, ребят, браслетов. Немного. Потому что я, ну, не знаю. Мама говорит, надо покупать, чтобы было настоящее золото. А не вот такие, типа, детские поприкушки. Но в Шеу не настолько, ребят, это все, ну, продается за маленькие такие достаточно суммы. Вот, я не помню, браслет вроде 150 стоит. А, тут у нас еще кольцо вообще вроде бы 100, какая-то вообще тут за 90 рублей, понимаете, это вообще классно. Вот, но больше всего мне нравится то на мне. Вот видите, сколько бы я ни танцевала, вот это вот в кавычках золото все равно держится, все равно держится. Классно, конечно, я, ну, думала, что оно на мне будет сидеть по-другому, но, как видите, немножечко неудобно. То, что здесь вот так вот. Я не люблю, чтобы вот... Я люблю, чтобы было как бы, ну, одно, и все. Оно как бы так идет, поэтому очень классно. Вот. Это кольцо, кстати, ребят, тоже мне дарили на 16-летие. Оно очень дорогое. Я не знаю, говорить вам цену или нет, но, может быть, для кого-то недорого, но так как это настоящее золото, то это дорого. Короче, оно стоило почти 13 тысяч, но, короче, мы купили по скидке за 7. Вот это кольцо, оно до сих пор у меня. И оно мне очень сильно нравится. В общем, супер. Вот это я уже так, чисто по прикушечке. Потому что у меня было всего лишь только одно украшение. Вот с 16-летия, которое мне дарили, серебро настоящее. Вот, и я решила просто чисто вот что-то заменить, чтобы не в одном и том же ходить. Но так как я не хочу никакого себе дорогого, я не вижу в этом вообще какого-то там смысла, то, короче, вот...
уже дома. К сожалению, я ничего не смогла снять в стоматологии, когда я очень сильно хотела снять и показать вам все. Хотела поставить телефон в самой стоматологии, чтобы все было четко и красиво. Но, блин, очень быстро, ребят, все прошло. Вот, весь осмотр очень сильно быстро прошел. И мне сказали, что зуб мудрости растет именно так, как он должен расти. Вот, люди даже постарше, в лет 30, жаловались с такими же симптомами, потому что зуб мудрости, он дает о себе знать. Ну, все так потихоньку, все так и должно быть. Вот все, что я вам скажу. Вот, я не знаю, когда я влог выпущу, потому что мне еще завтра, по идее, нужно идти. Но влог получается уже длинным, поэтому продолжение, ребят, следите в следующем влоге. Потому что, ребят, мы еще завтра должны поехать по делам. Вот, и поэтому будете следить. Блин, на самом деле, вот... Жалко, что я ничего не сняла, ну ладно, все к лучшему в любом случае. Вот, я хотела снять еще город. У нас, ребят, очень фантастически украшен, потому что я последний раз не помню, когда садилась в машину. Именно я не ехала по такому пути, но увидела, что прямо у нас так украшено красиво. Вообще супер, реально. Ну, в общем, такие, ребят, дела. Я вам все сказала.